Что, Игорь, ты готов ко второй серии зомби-апокалипсиса в Майнкрафте в реальной жизни? Да, мы будем убивать зомби, мы очень крутые, да. Да, у нас сегодня очень важная миссия. Сегодня мы отправимся в какой-то подвал и будем мочить там зомби, и эта серия выходит только благодаря вам, потому что вы набрали много лайков, да, Игорь? А в подвале обычно знаешь что? Что в подвале? Соленья! Огурчики и помидорчики! Хорошо! Лайки, дорогие друзья, и погнали, потому что этот вот старпер будет очень долго разговаривать. Хорошо, поехали! Давай, Майнкрафт! За Майнкрафт моя жизнь! Я не знаю. Подожди, куда? Ё-моё, тут что-то как-то страшно, тут дождик идет, Игорь, ё-моё, лагает. Тут дождь, а бывает что-то без этой фигни, без дождя? Ё-моё, зомби, стреляй! Они в пещере, копают лагу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, это зомби-шахтеры, я понял. Игорь, бей их! Начинается, вот все время какие-то проблемы, Игорь, бей их. А чё, я не шарю, я, понимаешь, я в зомби-апокалипсисе что-то всем как бы нет. Нужно спавнер сломать, ломай спавнер. Я бью его, ломай его спавнер. Смотри, Игорь, у меня есть план. Смотри, вот тут коктейль Молотова есть. Да? Подожди, у меня есть план, Игорь. Да. Давай мы... Побежали. Ты дебил, это был плохой план, у меня был в другом план мой заключался. Проходим вперед, убиваем всех зомби. Игорь, меня сейчас грохнут, бей их. А где ты? Я бью, меня сейчас тоже грохнут. Ты что думаешь, один такой? Ты не стреляйте по своим, мне говорят. Я не стрелял, все. Да я ничего не вижу, у меня есть какая-то срань. Я бью их. У меня есть план. Давай мы, короче, обмажем. Фонарик у меня, тут темно. Подожди, Игорь, у меня есть план. Давай мы с тобой обмажемся останками зомби, они нас, короче, не учуют. Знаешь, типа, что мы сделаем? Мы такие, короче, берем вот так вот ладошки, вот так вот, да? Какие ладошки? Представь, что перед тобой коровья лепеха на столе приставил. Твою мать, меня толстяка стошнило на вас! На меня кто-то стошнил! Понятно, тут такой тебе рассказывает, знаешь, это короче. Что происходит? Ой. Там крипер! Баба! Я вообще ничего не понимаю, что происходит. Объясняю, как себя нужно вести в любой непонятной. Ну давай, давай. У тебя на столе лежит коровья лепеха. Коровья лепеха, да. Берешь ладошки и вот так вот, ну. А потом вот так вот на лицо, вот так. Подожди, коровья лепеха. Какой-то хреновый план, тут свина зомби бегает. Отлично, и убили громилу. Да, побежали. Нет, помогите. Ты так прикольно, короче, побежал, грохнулся, такой споткнулся. Да спасите меня, поднимите! Зоя, спаси меня! Я сам ты Зоя. Ты меня не спас, дебил. Давай. Вас спасает Зоя. Меня спасает Зоя. Вот Зоя меня любит, не то что ты. Так, смотри. Оружие. Бери оружие. Опа, пистолет у меня. О, 20. Меня лечит Зоя. Зоя меня обмазывает. О, давай, Зоя, пойдем, давай. Вижу зомби, не вижу препятствий. Подожди, меня Зоя обмазывает. Ты подожди. Ой, хорошо. Так, все, я иду за тобой. Подожди, а что там вообще по сюжету? Мы как бы по сюжету вначале были в городе, теперь в пещере. Почему так? Сюжант, мы продвигаемся к чему-то. Хорошо. Тут на табличке. The Azer is in the... Ага, тут написано не идти сюда. Значит, надо идти туда, пойдем. Игорь, себя это какой-то плохой тактик, я тебе скажу, стратег просто. Нормально, так. Бей, нифига, их тут много! Фигачик, фигач! Так, все, я нахрен ухожу отсюда, просто пока. Ой, так, вот, все, там я вообще раскидал всех. Я нашел адский меч, ты посмотри, Игорь. У меня красный меч. Все, я пошел всех резать. Иди сюда! Привет, понимаешь? Твою мать! Ты пошел, это я пошел. Мы все пошли. Игорь, на тебя там кучу зомби жрает, я ухожу, я просто... Я понимаю, помогите. Так куда уходишь ты? Ты что, дурак? Мне вообще черный экран, меня кто-то ест, я ничего не понимаешь. Ну ты полежи, тут слишком много трупов. Ты включи фонарик. Фонарик я включил. Да, это у тебя такой бездюшный фонарик? Да, у меня плохой фонарик, и что теперь? Что ты гонишь на мой фонарик вообще? Понятно, китайский подел. Я вообще нифига не вижу в этой пещере. А потом говорит, я вдоль Чихабана хожу. Пойдем. Так, Игорь, тут есть железо, добываем железо. Не добывается что-то. Я тебе вкусняшку покажу, держи. Ты дебил, ты знаешь, что надо сделать? Тебе вкусняшку. Что? Сзади, он, посмотри, что происходит. Что такое? Чтоб... Ой-ой-ой. Короче, видишь, нам нужно скрафтить динамит. Динамит? Хорошо, а как мы его крафтим? Я скрафтил. А, ты его на верстаке скрафтил, нифига. Да. Так, я нажимаю на рычаг. Как нажимать на рычаг? Подожди, динамит надо поставить. А, все, я поставил, поставили. Так, теперь нужно активировать. Все, активируем, отходим, все, рычаг. Бахнет. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это спецэффект. Знаешь, а реальные пацаны на взрыв не смотрят. А на нас там мы привлекли внимание орды. Орды? Понимаешь, у нас проблемы. За Альянс!
Так, я вывел из строя хэппи лайм, отлично. Еби. У меня 18 хп, пожалуйста, бежи. Уходим, уходим. Серый экран, понимаешь? Подожди, а где ты смотришь количество жизней? Типа, сколько у тебя осталось? У меня 16 хп, у меня серый экран, помогите, мне неудобно смотреть. Подожди, дай тебя похитим. Так, подожди, иду. Где? Ага, золотое яблоко. Как его использовать? О, золотое яблоко. Выбираешь его мышкой и колесико мышки. Все, понятно, мне золотое яблоко, отлично. Кто-то плачет. Игорь, Игорь, не плачь. Кто плачет, там тёлка плачет, короче. Их нельзя трогать, потому что... Ай-яй-яй! Там курили. Сейчас сзади бьет зомби, Игорь! Падла. Падла. Ты так это отчаянно сказал. Так, отлично, я убил еще зомби. Короче, смотри, там где, смотри, аккуратно, те, кто плачут зомби, вот, тёлка особенно. Не трогай ее. Хорошо, я не трогаю. Подожди, а там надо, куда нам стрелочка показывала? Куда домик? Мы, может, сейчас... Я не знаю, я знаю точно, что бабы зло, все. Стой, помоги. Куда помочь? Меня жрут! Меня убили. Верни, да ты дебил. Просто давайте двигаться, Жакею. Меня Жакей взял, помогите! Иду. Меня бьют! Меня жрают! Нет! Стой! Меня убили! Спасай! Все не выжившие. Все хорошо. Я спасаю Зоя опять. Да что у вас там за вообще терочки? Уже, кстати, появлялись фанфики. Ребята, уже писали фанфики про Зою? Да, если не писали, то обязательно пишите, потому что, ну... Вот, стрелочка, я вижу стрелочку, вам сюда. Так, все, пойдем. Ты лопата, просто... мне кажется, кто ответственный за лопату? Я буду ответственный за лопату, все, взял лопату. Подожди, а что это такое, кнопочка? Я нажал на кнопочку, что-то происходит. Водичка, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, все, прыгаем на обсидиан. Попрыгай. Так, у меня есть лопата, я буду всех лопатой фигачить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что это такое? Твою мать, меня опять кокнули! Колем это тёлка плачущая, она типа очень мощная. Игорь, я не понимаю, меня опять сожрали. Сейчас всех сожрали, мы умрём сейчас. Спасите, я стреляю. Я в лаве. Меня убили. Вы погибли, выжившие были уничтожены. Я погиб был. А, всё, мы все проиграли? Да. Отлично. Просто супер. Все крутяк. Короче, я тебе показываю, короче, Рэмбо первая кровь, погнал. Ту-т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 у. Если ты умрешь, я не виноват. Я тебя воскрешать не буду, я тебе сразу говорю. Несы, у меня 87 хп, там тут на 3 жизни хватит. Хорошо, ладно, так уж и быть. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Дебил, беги, дебил. Беги. Бегу, Зою бьют. У меня есть коктейль Молотова. Кидай его туда, чтобы осветить нам путь. Ой, он мне вообще не светит, он просто поджигает. Проблема. Господи, помогите. Игорь, ты дебил. Ты дебил. Так, аккуратно. Давай потужу. Ты дурак, ты же физику не учился. Еще сильнее. Так, подожди, давай аккуратно, просто вот на шифте будем идти так аккуратненько. Да, все, погнали. Ту-ду-ту-ду-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ты неисправимый. Ты нас погубишь! Ты нас погубишь, ты понимаешь? Мы все умрем, да. Блин! У меня большие проблемы! Я прикладом их бью, прикладом! Пистолет есть. Где пистолет? У тебя пистолет. А, да, пистолет у меня есть, да. Но это... Вот еще один лежит. О, я забираю, да. Второй пистолет. Как мне его взять? Второй пистолет. Все, два пистолета это лучше, чем один пистолет. Отлично. О, меня хилит Зоя, подожди, меня обмазывает она. Да я так и думал, что именно Зоя как будто потом других не дано. Так, аккуратненько проходим дальше. Свинозомби, твою мать! Пау! Ты уже бабахнул, подожди, я возьму дробовик. Конечно, я пиротехник Игор, ты что, забыл? Можно я назвать Игорь пиротехник. Все, я с дробовиком, короче, иду вперед, просто всех бах! Голем! Помогите! Да там нам нужно вон спасти всех остальных. Подожди, тут голем на меня. А, все, меня положили. Понятно. Я стреляю по нему. Умри, падла, умри! Кто-нибудь треснет? Я тут один валяюсь на проходе. Игорь! Я дурак, помощь, Игорь! Ой, спасибо. Я, конечно, тебя мотаю, где? Отлично, спасибо. Они Зою вывели из строя! За Зою и двор! Стреляю в упор! Я стреляю, он что не умирает? Потому что он голем, он железный. А-а-а, ну тогда понятно. Теремнатор, да? Я сел, я присел, все хорошо. Все, хана, вас меня сбивают, нам понадобится помощь товарища. Я откидываюсь от зомби, подожди, сейчас я их убью, тебя ресную, секундочку, если тебя ресуют уже. Зомби спасает. Ой, наблевали, надо отойти. Ни хрена их тут, блин. Расстреливай их, пока они не добежали до нас! Так, отлично.
пиу-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 пиу
Ой-о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 й-
Я лежу, отстрелю один их, понимаешь, стреляю куда-нибудь. Я стреляю просто, я ничего не вижу, но я стреляю в пустоту. Я не понимаю, что происходит. Твою мать, меня сейчас убьют! Игорь, меня сейчас убьют, Игорь! Я отстреливаю, отстреливаю. Я не понимаю, что происходит! Помогите, убейте их! Кто-нибудь убейте этих тварей! Нажимай, откидывай их, откидывай. Вот. Так я отбегаю, все нормально. Ты сел, орел, пойдем, короче. Кто-нибудь меня похилите, Луис, похиль меня. Подожди, а что, Зоя, все? Зоя умерла? Зоя умерла, ты понимаешь, Игорь? Правда? Так, хорошо, вижу. Крипер! Так, аккуратненько, мы убиваем паучка. Из паучка вылез слизь, меня убили, охрененно. А, подожди, там Зою спасают, все нормально, Зоя жива. Куда идти, где стрелочки? По идее, вот нужно сейчас направо, мне кажется, вот сюда. Так, аккуратненько, проходим. А там сзади кто-то нападает на наших. Ой-ой-ой. Там Луиса убили. А хрен с этим Луисом, забей, просто забей. Да ё-моё! А, продолжайте двигаться, что меня схватило? Нормально. У меня плюс, у меня 3 здоровья, ты понимаешь? Ну, ножки подкосились, бывает. У тебя есть дефибриллятор, хренани. Дефибриллятор. Сделай мне искусственное дыхание, Игорь, я умираю. Давай я тебя полечу. Давай, я тебе подскажу. Давай, иди сюда. А у меня тоже 2 хп, сам иди в жопу. Кто-нибудь меня полечите, Зоя! Зоя, плиз! Зоя, ты предательница! А чё, меня убивают, ребят? Так тебе и надо, не захотел меня лечить, а теперь сдохнет. Курильщик напал на меня. Еще одна отключка, и вы умрете. В смысле? Вот я про это и говорю. Так, стрелочку найди, куда нам идти, вон туда нам. Вот сюда, через воду нужно пойти. А чё я умираю? Почему у меня серый экран, и я умираю? Пойдем. Не-не-не-не-не-не, это не в порядке, у меня хп тратится! Быстрее пошли, быстрее! У тебя тоже такая фигня? Да, нет. Я болен, Игорь, спасите меня, кто-нибудь! Было. Ну иди сюда, быстрее, придурок. Я иду. У тебя нет, некому ничего спасать, пошли. Нет, я не хочу умирать. Быстрее до базы надо добраться, там будут аптечки. Хорошо, вперед. Вперед. Ну просто если я еще раз умру, то... Да не ты за мной ходи! Хорошо, я понял тебя, Игорь, извини, не хочу умирать! Я слишком еще молод, чтобы умирать! Да ты можешь не ходить за мной, пожалуйста, стой сзади меня! Нет, не стреляйте по мне, не стреляйте, твари! Меня убили, нет! Нет! Я хочу жить! Рэмбо, первая кровь. Все, блин, кашляют. Дом! Дом! Вот он, дом! Наш дом! Давайте, быстрее, ребята! Быстрее! Да зайди сюда, тут. Зоя коллега такая. Вот так. Наконец-то. Открывайте эту странную дверь, резните меня. Фу. А что, все? Ебой! Кто первый? Я первый. Ну я второй, я тоже неплохо. На этот раз мы уделали ботов. Ой, я на первом месте по убийце танков, ты понимаешь? Ты на последнем. Еще один день зомби-апокалипсиса. Мы смогли выжить. Бит, Игорь, дай бит. Короче, ставьте лайки. Ладно, давай я буду делать бит, ты зачитывай, давай. Йо, камоп, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Подписывайтесь, йо, на канал, на инстаграмы, йо, мадафака. Бич. Писюн, тиш. Пока. Пока. Маэстро.